А почему он так дорого стоит? К зонтику нагрузка, сама светильник берете? Послушайте, дайте нам вместо этой хищницы что-нибудь более полезное. Ну, духи, например. Не берете. И перчатки. Тебе нужны перчатки? Да, перчатки. Ну вот. Вот да, эти подходят? Как раз. Перчатки. К перчаткам нагрузка, чернильный прибор берете? Прибор? А к прибору у вас какая нагрузка? Не берете. Да зачем же нам чернильный прибор? Тогда берите сову. Ну, все. Или зонтик с перчатками, или заведующего. Товарищ жених, в чем дело? В сове. Ходят тут всякие, только работать мешают. Гражданин жених, успокойтесь. Сейчас во всем разберемся. Что вам нужно? Зонтик. А к нему сова светильник. Да. А мы хотим перчатки. А к ним чернильный прибор. Правильно. Чем же вы недовольны? Да если она купит эту сову, я же на ней не женюсь. И никто на ней не женится. Вот видите?